В Подмосковье завершился конкурс беспилотных автомобилей «Апгрейд. Зимний город». За главный приз – 175 миллионов рублей – боролись 5 российских команд. Он проводится для решения двух задач. Первая задача – это снятие технологического барьера. И вторая задача – это вовлечение большего количества игроков в работу над проектами беспилотных автомобилей. Конкурсантам предстояло проехать 50 километров по зимнему городу, меньше чем за 3 часа. При этом было важно соблюдать ПДД. За каждое нарушение начисляли штрафные минуты. Условия на площадке максимально приближены к реальным. Здесь даже есть пешеходы, которые могут в любой момент выскочить на дорогу. Ну как пешеходы, манекены, играющие их роль. На полигоне установили светофоры, организовали перекрестки, железнодорожный переезд и тоннель. На первый взгляд может показаться, что эти дорожные знаки старые или выцветшие. Но на самом деле их закрасили специально. Это имитация снежного налета. Таким образом, организаторы конкурса усложняют задачу участникам. Недостаточно просто получать сигналы о знаках, о разметке, даже о пешеходах и там сигналах светофора. Вот зима. Дорога скользкая, дорога заснеженная, динамика автомобиля другая. И искусственный интеллект, он управляет не только педалями старт-стоп, он управляет также с какой скоростью нужно ехать, как входить в поворот. Лучший результат показала команда Starline из северной столицы. Но забрать приз петербуржцы не смогли, потому что с учетом штрафных минут их беспилотник проехал 50 километров за 4 часа. А значит, технологический барьер так и остался непокоренным.